Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти, и я продолжаю снимать видео прохождение игры Bugs Bunny and Taz Time Busters. Это мое четвертое видео по данной игре, и мы все там же в эре ацтеков продолжаем собирать механизмы от машины времени. Давайте посмотрим, какие приключения нас будут ждать в этот раз. Загружаем. Загружаем последние сохранения. Уже 15% мы с вами преодолели. И 910 механизмов собрали. Это много, котятки. Будем собирать дальше. Итак, вот мы с вами здесь оказались в эре ацтеков. Играем мы с вами за двух персонажей мультяшных. Это тазманский дьяволенок. Вот он. Умеет вот так вот круто крутиться. И за, собственно говоря, пушистика Бакса Банни. Каждый обладает своей уникальной способностью. И один без другого просто не смог бы здесь существовать. Итак, мы с вами сейчас находимся на, скажем так, арене, да, ацтеки. Город — это вот основное, собственно говоря, место, где мы сейчас, вот вы видите, да, большую вот пирамиду, скажем так. Ну-ка, выйдем из меню. Вот, это город, город ацтеков. В этом городе есть еще несколько, скажем так, подуровней, которые нам тоже нужно будет с вами пройти, прежде чем мы сразимся боссом, с боссом наверху вот этой вот пирамиды, не знаю, чеченицы, видимо, да? Итак, нам с вами необходимо найти еще что-то такое, типа святилище и храм. Вот не знаю, где это все это находится. Место бабуна, да, он же бабуин, мы с вами уже побывали. Это вон там слева. Вот здесь справа, это как бы продолжение города самого непосредственно. Там мы с вами обезьянок мучили, да? Помните, наверное, это было во втором, да, видео? По-моему, это там, да, было? Ну-ка, посмотрим. Поимка обезьяны. Да, мы там ловили обезьянок, сажали их на платформу, чтобы у нас открылась монетка. А вот здесь вот, по-моему, вот в этой большой страшной морде, кстати, мы еще с вами не были. Давайте вот сюда мы и отправимся. Поездка. Какая еще поездка? Добро пожаловать в священную поездку. Проверим ваше мастерство. Как вы храбры. Доедь на священном драконе до конца пути и получишь приз. Используй кнопки управления для контроля над драконом. Жми крестик, чтобы дракон прыгнул. Жми квадратик, чтобы дракон дыхнул огнем. В воздухе жми кружок скольжения. Так. Кружочек, ой, крестик прыгнуть, квадратик дыхнуть огнем, кружочек скольжения. Ну, готов, я так понимаю, вариантов-то у меня нет. Я надеюсь, мы это будем несколько... Что, еще и жизни тратится? Вы серьезно? Котятки. По-моему, я это не пройду. Ладно, я буду более внимательна. Придумали разработчики. Смотри-ка, молодцы. Пожертвовала жизнью, зато собрала монетку. Ну, я думаю, это можно перепробегать, если что, да? Если все, не успел собрать. А, она летать умеет. Ауч. Точно, можно же перелетать. А чё я мучаюсь? В воздухе зажми кружочек. Же было написано для меня специально. Для таких, как я, не особо умных.
Вот, пожалуйста, хоп. Все, мы перелетели. Уже прекрасно. Ой, клево. Я гонки... Ой! Я пропустила. Ё-моё. Кто ж знал, что там такие вещи? Что, они еще шатаются? Еще на меня что-то падает сверху. О, это все серьезно? Там вон еще ящик и еще одна монетка. Как мне это собрать? Ага, в другую сторону просто пойти. Понятно. По центру лучше не вставать. Move. Я уже один ящик пропустила. Мне нужен еще один ящик. Оуч. Так, монетка мне нужна. Вот эта вот. Ладно, я буду надеяться, что можно пройти эту игру еще раз. Именно этот момент. Беготней на драконе. Фух. Да, мне должны ее дать пройти много-много раз. Я думаю, что я тут вообще ничего не соберу. А-а-а! Еще один ящик пропустила. Ё-моё. Ладно, хотя бы монетки все собрать, а ящики потом, да, соберем? Угу. Понятно, все так делают. Бежим, 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 бежим. Да, это тот уровень, где мы потратим все наши жизни, я так понимаю, да? У нас их и так не очень-то много. Ох. Остановился и сломал. Супер. А там все-таки нужно планировать, чтобы в яму эту не упасть. Ну, то есть использовать кнопку скольжения. Come on, make a move. Hey. Come on, smart guy. Hey. Хочешь попробовать снова? Конечно, мне еще один ящик нужен. Неважно, сколько я здесь жизни потрачу, мне нужен ящик. Меня задевают, когда крутят эти штучки. Да-да-да-да-да, давай-давай-давай. Сейчас у меня получится, я надеюсь. Здесь прям резко этот ящик, да, начинается? Вот здесь вот он стоит. Здесь вот. Yes! Все собрали. Ну, от лавы уж там убежим, потому что мы с вами все уже собрали. И это все будет очень просто для нас. Сократим наш путь. Потому что здесь мы уже с вами были, все собрали.
Отлично. По пути соберем морковки. Чего бы и нет. Чего они мне мешают? Я быстрый, я смелый. Воу-воу-воу, давай. Ауч! Да ладно, в самом конце, вы чё? Я знала, что там эта штука. Ладно. Такое бывает. Какое пламя. И отсюда. Падают и падают колонны. Давай, дракошка. Вот здесь мы должны планировать. Нет, спасибо. Итак, что оказалось? Оказалось то, что вот эта огромная драконья пасть скрывала еще одну локацию, да? Давайте посмотрим, что мы с вами достигли. Заходим в вещи и видим, что мы с вами как раз были здесь переведено как святой. Ну, это святилище, да, то есть там мы с вами побегали на дракончике и, собственно говоря, заработали еще 200 механизмов, еще одну золотую монету, еще 5 ящиков. И, собственно говоря, осталось нам с вами пройти такую локацию, как храм. Знать бы, где находится эта локация. По-моему, вот здесь вот. По-моему, хотя здесь нет. Здесь мы с вами бонусные части проходили. Барабан, всякие такие вещи, да, по-моему? Давайте посмотрим еще раз. Не отсюда. Давайте посмотрим. Да, здесь поиграть вором. Здесь у нас были с вами барабаны. Да, на барабанах. Так, здесь что у нас с вами было? Так, блоки. Да, я помню. Выбери нужные блоки. Так, храм. Может быть, нам на саму верхушку все-таки нужно забраться? И что-то сделать там? Ведь не зря 3 монетки-то у нас с вами уже собрались. Потому что здесь больше я ничего не вижу, собственно говоря. Тут мы играли, по-моему, в баскетбол, да? Игра в пилота. Так, ну значит, да, значит нам с вами наверх. В храм. Раз 3 монеты мы собрали, они все на своем месте, вот здесь находятся, вот они. Значит, нам в храм. О, замечательный уровень. Он очень загадочный. Просто действительно крутой. Так, встаем. Тут обязательно 2 персонажа участвуют. Один без другого, как я сказала, просто не может. Так, его, по-моему, пинать нужно, да? С какой-то штучкой гоняет. Thank you.
Несколько раз надо будет его. Когда вот он именно вот так вот вытащить не может. Ага. Не смог вытащить. Жалко. Сможешь вытащить? Смог. Еще раз давай. Угу. Ну давай, давай, мучи меня, мучи. Все отлично. Избавились от персонажа. Можно, конечно, бегать от него, да, чтобы он тебя, ну, по голове не стучал. Но разницы нет никакой. Морковок хватает, в принципе, для того, чтобы подтянуть здоровье. Поэтому можно как бы позволять ему по голове себе стучать, скажем так. Так, проверяем, ничего ли мы здесь не оставили. Да, все хорошо. Собираем здесь. Все, ничего не оставляем. Спускаемся вниз. Смотри, здесь подкоп. А, насколько я помню, стена поворачивается, да? Ой, да, стена поворачивается. Так, и тут, по-моему, тазик нам нужен будет. Мы стену дальше повернем. Да поворачивай. Я несколько раз, по-моему, надо будет повернуть. Так, так, тут нам нужен будет таз. Монетка, кстати. Хорошо спрятана. Вот не повернешь стену так разочек. Все. Так, берем блок. И идем собирать монетки. Ну все, все собрали. Проверяем. Появляющиеся из воздуха кубы. Магия. Так, да, давайте сюда поставим кролика тоже. Давай, диваленок. Ты нужен нам. Переключаемся на зайчишку. Отлично. Так, тут, по-моему, просто все тоже решается. Просто нужно будет, по-моему, поджечь что-то. Но это только кролик может делать, потому что таз все съедает. Все, что берет в свои лапки, он все это съедает. То мы сейчас с вами подожжем вот эту веревку, чтобы пьедестал вот этот опустился на пол. И, ну, собственно говоря... Ой. Могли идти дальше. Самый-самый первый раз, когда я проходила эту локацию, я помню, очень долго мучилась. Ну, все-таки вот, ну, до всего до этого нужно додуматься, котятки. Вот как ни крути. Не все так просто. Береги голову. Так, давайте сразу же тазы сюда подтащим. Береги голову, что что-то падает будет сверху. Ну да, блок вон падает. Так, сейчас посмотрим, кем здесь. А, ну здесь нам снова нужен таз. И кролик, да? Собственно говоря, давайте. Без кролика никуда, мои дорогие котятки. Это не разлей вода парочкам.
я правильно таз поставила. Так, там наверху что-то есть, что-то за стеной, что-то не помню. А мы сейчас все проверим. Что тут у нас? Ой. А что у нас тут? Давайте все-таки сначала повернем стену, посмотрим, что за стеной. Таз, камон. Да ё-моё. Угу, еще один ящик. И проход. Куда-то. Тоже какое-то задание. Так, крольчишка. Так, сюда. Посмотрим, что-нибудь еще есть за этой стеной. Еще, да, лестница куда-то ведет. Ух ты, круто. Что делать надо будет? Ставить блоки и запрыгивать на него? Я-то не подпрыгну. Крольчонок сможет это сделать. Угу. Еще ближе, да? Отлично. Опять берем тазманского дьяволенка. Встаем. Головоломистые игра, да, котятки? Так, берем. Встаем. Ой-ой-ой. Так, и кроликом. Прыгаем. Давайте проверяем, все ли мы взяли. Да, все взяли. Отлично, можно выбираться. Дьяволенок. Тазманский дьявол. Кто знает, из каких мультиков эти персонажи, напишите мне. Потому что Багз Банни-то я вроде знаю, а вот Тазманский дьявол, он... персонаж очень многих компьютерных игр, и не только на компьютере даже, я бы так сказала, но и, например, игры Дэнди многие используют этого тазманского дьяволенка. Кролик. Медленно так сдвигают кролика. Так, лестница наверх. Лестница наверх, там какие-то кнопки у нас. И еще внизу что-то было с фонтанами связано, да? Давайте вот туда и сдвинемся. Посмотрим, надо ли нам вообще сюда. Фонтан завращается, если пустить воду. С чего? Пропустила. Класс. Что здесь? Прям лабиринты. Что-то ожидает тебя в пути. Что ожидает меня в пути? Не знаю, что меня ожидает в пути. Что тут, ящик? Сломаем. О! Да тазманский дьявол у нас вообще крутышка. Вау! Обратно можно по полу пройти. Так. Здорово. Тоже крутой уровень. Крутой, конечно.
Давайте посмотрим, ничего ли мы не забыли. Все вроде бы, да? Поднимаемся наверх. Так, здесь тоже, да, ничего не забыли? Да, все хорошо. Все отлично. Вау! Так, здесь можно спуститься. Ага. Вот, куда нам нужно повернуть, да, я так понимаю? Все понятно. Что-то там дальше откроется. А тут что? Крольчишка нужен? Я не знаю, вообще правильно мы идем или нет, потому что там еще сзади, да, какая-то головоломка была. Может, мы вообще неправильно. Даже ждать что-то в конце пути. Будь внимателен. Что меня ожидает в конце пути? Что? Ага. Ой, они меня ловят. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Иди, говорит, отсюда. Надо красться, котятки. Я стою прямо у них на виду, они меня как будто не видят, да? Ну, тут, наверное, можно уже так не идти медленно. Нет, нам не в ту сторону. Давайте подождем, пока он пройдет. Я не хочу выброшенный быть из этого лабиринтика. Все, да? Можно уже вот сюда забираться даже. Отлично. Ой, как классно. Все, наполнился водой. Супер. Так. Там еще одна загадка была. Вот надо туда, наверное, да, для начала? Или что? Я что-то не пойму. Как правильно-то? Смотрите, у нас только 243 монетки. Надо 300, да, если не ошибаюсь? Да, надо 300. 57 монет нам еще нужно. Ну, в совокупности. Они же разным достоинством. Я не знаю, вот там вот как будто какой-то уже прям выход-выход, да? Или он не откроется, пока мы не пройдем еще одну головоломку. О, 260 стало. Отлично. Так, ну давайте пойдем тогда наверх по лесенке, да? Там еще одна какая-то головоломка. Ее разгадаем, а потом, скорее всего, мы вернемся сюда. Точно не знаю. Все-таки необыкновенная, обалденная игра. Именно поражает своей вот запутанностью, своими головоломками, музыкой, оформлением. Ага, вижу. Мы будем нажимать на них, да?
отлично. 275, все супер. Видимо, нам дадут еще одну. А, тут нам нужен наш дружок, да? Отлично. Сейчас придет наш пушистенький дружочек. Хищник. Здесь, вот, я думаю, после этого уровня нам дадут еще одну монетку. Что-то мне подсказывает. Да, я была права. Нам дали еще одну монетку. Ну что, мои котятки? Итог какой у нас на данный момент? Все 300 монеток из 300, 5 ящиков из 5 и 1 человечек из 1. Итого у нас 3 золотые монеты, 20 ящиков, 5, скажем так, человечков не из своей эпохи, да, по-моему? Как-то так вот они назывались. 1400 у нас механизмов и еще одна прозрачная медалька. Это в самой главной арене. Мы ее с вами потом заполучим. И все-таки, да, я была права. А вот эта вот головоломка с нажиманием кнопок, она была последней. Сейчас мы движемся прямиком к боссу. По-моему, мы с ним тоже будем драться. Ну как, я не помню. Помню, там какой-то есть нюанс. Here you go, Intai. Oh, mighty and powerful sun god. My final offering. Hey, excuse me, pal. Bugful buddy, old pal, have I ever told you how much I enjoy your company? Let me think. No. Some people just can't take a compliment. Listen, Sam, I'll make a deal with you. If you untie me, I'll make sure that your sun god there gets an even better Aztec offering than skinny old me. In fact, I can get you a 2-for-1 deal. 2-for-1, huh? Well, okay. A wise decision, Sammy. Now you wait here while I go round up those 2 furballs for you. Okay, I'll be right here. Oh, dagnabbit! That flea-bitten pile of feathers tricked me! Excuse me, sir. I'll be right back. Get back here, duck! Таз должен, по-моему, двигать эти блоки, а мы потом будем что-то делать с ними, да? Не ошибаюсь. Бедный ищет, да, он утенка? Вождь ацтеков. Рыжебородый, рыжебровый. Убегай, Сэм злой. Да ё-моё! Ё-моё! Хорошо, говорит, подожги остальные. Окей, я подожгу.
Беги за мной. Не надо меня поджигать. Просто устань. Вставай давай. Устал? Ну давай. Кролик. Выбираем. Поджигаем. Да! Лепешечка осталась. Отлично! У нас мало времени. Я обнаружил Даффи и камень времени в эре викингов. Вы собрали все механизмы. Я открываю дверь. Let me open the door first. Вот так вот, мои дорогие котятки, мы с вами преодолели последние две локации в эре ацтеков, скажем так. Собрали все монетки, все коробочки и всех человечков. Точнее, даже не монетки, а механизмы, да? И осталось последний механизм у нас, чтобы до полной коллекции собрать. Давайте, собственно говоря, сейчас это сделаем. Можно поправить здоровье. У Бакса Банни все-таки босс изрядно потрепал, скажем так, нашего Бакса Банни. Давайте собираем последнюю монетку, точнее механизм. И у нас все с вами собрано по полной. И теперь мы со спокойной совестью можем идти в эру ацтеков. Ой, в эру викингов, да, прошу прощения. Так, игра в пилота, мы, по-моему, здесь уже были, да, только она, по-моему, не в пилота. Почему так назвали, интересно? Да, почему игра в пилота, если это не пилот? Do you want to try again? Нет. Почему так назвали игру, мне непонятно. Игра в пилота. В какого еще пилота? Итак, все пройдено, мои дорогие котяточки. Все собрано, ждут нас с вами впереди викинги. Но, естественно, проходить все это я буду в своем следующем видео. Вот такое вот интересное и увлекательное видео вышло по эре ацтеков. Впереди нас ждет эра викингов. Она, кстати, тоже очень интересная, котятки. И в свое время, когда я проходила эру викингов, я помню, что меня очень жутко взбесил, скажем так, не то что уровень, да, по-моему, уровень, а может это в главной, в центральной арене, конечно, загадка с кораблем. Я не могла ее решить. Вот помню, что там есть какой-то корабль, и что-то там надо вот прям голову ломать. Но что именно там нужно ломать и что именно нужно делать, мои дорогие, я просто-напросто не помню. Поэтому все это мы с вами, мои дорогие котятки, будем делать в моих следующих видео.
В связи с чем настоятельно рекомендую подписаться на мой канал, чтобы не пропустить видео, когда они выходят на моем канале. Также обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Мне будет очень-очень приятно. А я с вами со всеми прощаюсь. До новых встреч. Смотрите только полезные и качественные видео. И всем пока-пока. Всем мяу, мои котятки.